Предлагаю вспомнить одну простую вещь, что Минск-1, Минск-2 – это продолжение российско-украинской войны. Да, и что Роман, что его коллеги в Минске, они продолжают эту войну. Я хочу поблагодарить Романа, хочу поблагодарить его коллег за то, что они продолжают защищать Украину в ситуации, когда у них очень мало инструментов. Давайте помнить о том, что война продолжается. Она просто сейчас заморожена. Не надо себя тешить иллюзиями, что у России не осталось потенциала. У России остался бешеный потенциал. У России телевизор, у России десятки миллионов, ну, миллионы, скажем так, да, людей, которые готовы пойти в ситуации экономического кризиса зарабатывать убийством. Не готовы. И не все нефтедоллары еще проедены. Что решает судьбу конфликта? Судьбу конфликта решает, будет ли Украина поддерживаться Западом, конкретно Европой. Мы сейчас услышали министра иностранных дел Литвы. Мы понимаем, что Литва это один из самых таких завзятых союзников Украины. Но если мы послушаем других министров иностранных дел, что мы услышим? 2 недели назад министр иностранных дел Дании сказал, что продление или не продление санкций против России зависит не от соблюдения Минска, а от того, будут ли в Украине реформы. Это очень важная вещь. То же самое накануне я слышал от одного высокопоставленного... Владимир, не связано это с санкциями. Подождите, я вам цитирую министра иностранных дел, надо меня перебивать. Накануне я и мои друзья говорили с одним из высокопоставленных дипломатов Европейского Союза в Украине. Мы услышали ту же самую мысль. Да, Минск, он пережил свой яд. Да, мы уходим от Минска к чему-то другому. Да, на Украину уже не так давят в плане соблюдения всей этой последовательности шагов, прописанных в этих документах. Но мы должны понимать, что если Украина не будет проводить внутренние реформы, а об этом говорят европейцы уже открыто, санкции против России будут сняты. Война продолжится, но уже с меньшей поддержкой со стороны России. И ключевой вопрос – это внутренний фронт, это реформы внутри Украины. Давайте.